Берег Камского водохранилища усыпан мертвой рыбой. В паблике «Пермяки», подслушанная «Пермь ВКонтакте», «Пермячка» разместила видео, снятое на берегу у поселка Бурленово в Добрянском городском округе. Девушка сопроводила свой ролик сообщением. Далее цитата. «Что-то спустили в Каму. Рыба на берегу лежит. Ее так много по берегу». Конец цитаты. Это ужас. Местные жители в комментариях высказывают версию, что в реку уже не первый раз кто-то сливает опасные отходы, чтобы сэкономить на их утилизации. Однако в отделе государственного контроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов Пермского края сообщили, что уже проводят первичную проверку, и никаких отходов в реке выявлено пока не было. Портал «Прогород» цитирует ведомство. По предварительной информации, смерть рыбы была вызвана сменой температурного режима. Такое происходит почти каждый год.